В Ульяновске продолжается акция «Посади и вырасти свое дерево». В этот раз ребята из молодежного совета ТОСа «Мостовая Слобода», жители и неравнодушные прихожане местной мечети высадили около 60 саженцев рябины в переулке Рябиновой. Вооружившись лопатами, активисты приступили к озеленению родного района. Один стоит, другой сажает, третий смотрит. Без работы никто не остался. Не прошло и часа, как рябиной была усеяна вся улица. Ну, эта акция помогает нашему микрорайону, так сказать, Мостовая Слобода. Для озеленения мы хотим, чтобы наши дети росли в хорошей местности, было много хорошего кислорода, был хороший свежий воздух. Деревья высадили не только вдоль переулка, но и на месте бывшей несанкционированной свалки. Груды мусора весом в несколько тонн были вывезены в этом году. Теперь здесь будут красоваться рябины и новая детская площадка. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новость «Ульяновской правды».